источник купель Святой Ручки. Краснодарский край. Здесь люди набирают воду. Святая Ручка, место поклонения Господу. А Господу поклоняется Духом и истиною. Ин 4:24. То есть праведной жизнью. Увеселительные мероприятия, светская музыка, курение, пиршество, сожерство, жертвоприношением, шашлыками, спиртными напитками, нахождение в нетрезвом состоянии, в неприличной одежде, в полураздетом виде оскверняет святое место. За осквернение Господь посылает скорби и болезни. Если вы не желаете себе и своим детям скорбей и болезней, не оскверняйте святое место. Это часовня во имя святителя Николая. Сия часовня возведена в 1993-1998 годах усердием и трудами греческих общин Краснодарского края по инициативе Кириака Ираклевича Арфанова, Георгиос Каймас и атамана пригородного курения Бориса Дмитриевича Ястребова с казаками на пожертвование православных христиан. Духовное кормление осуществляется духовенством Свято-Михаила Архангельского храма города Крымска. Thank you.
не страшно. Не видел. Купили. Правила поведения православных христиан при погружении в купель. Первое. Иметь при себе нательный крестик. Второе. Женщинам желательно одеть купальную рубашку. Третье. Трекратно осенить себя крестным знамением. Четвертое. Плавно погрузиться в купель с использованием лестницы. Пятое. В купеле вести себя благочестиво с благословением, произнося молитву, которую знаешь наизусть. Шестое. Прочитав молитву и окунувшись 3 раза, подняться из купели и переодеться в сухую одежду. Седьмое. Бережно относиться ко всем принадлежностям. Не полагается бесчинствовать в купели и вокруг нее, громко разговаривать и смеяться, проявлять другие отрицательные эмоции, несопоставимые с благочестием. Источник святой ручки. Это источник во имя святого Иоанна Крестителя. Thank you.